Всем привет, мои дорогие друзья и гости моего канала. У нас начинается новая неделя. Сегодня понедельник, а значит, начинаются съемки новой вышивальной недели. Я ее хочу начать опять с осеннего процесса от фирмы Риолис. Сотвори сама, артикул 1550, панно ежевики. В дальнейшем я обязательно буду покупать к ним в пару панно клубнички. И они у меня будут рядышком висеть. На дворе осень, и мне очень хочется вышивать именно почему-то этот процесс, потому что есть такие яркие осенние краски, и вообще я хочу его завершить как можно быстрее, чтобы успеть сфотографировать его в осеннем пейзаже и сделать красивые фоточки. Ну и вообще мне очень нравится отшивать этот процесс, несмотря на его сложность, потому что здесь много достаточно блендов, и здесь нужно быть внимательным, потому что крестик вышивается и в одну ниточку, и в две ниточки. Так что нужно очень внимательно следить за значками. Но процесс великолепный. Я очень прям отдыхаю, когда отшиваю его. Настолько яркие краски. Ну а вообще, конечно, мне хотелось бы еще успеть за осенний период. Но я думаю, что вряд ли, потому что уже скоро сентябрь. Не увидишь, как закончится. Начать вышивать рябиновые бусы и тоже бы успеть их вышить за осень, чтобы красиво сфотографировать в каком-нибудь осеннем лесу, желтые листья, но навряд ли. Наверное, только ежевики успею вышить, а тот процесс, может быть, оставлю на следующую осень. Вообще, я не спешу с вышивкой, это больше такое хобби, расслабление для меня. Я не такой вот прям мотор вышивать. Вышиваю в удовольствие, вышиваю потихоньку. Вышью этот набор, значит, хорошо. Не вышью, значит, вышью в следующий раз. Ну, вот как-то так. Начинаем вышивальную неделю с осеннего процесса, как и прошлую вышивальную неделю. Не будем себе изменять. Сегодня уже вторник, и я буду менять свой вышивальный процесс. Хочу вам показать продвижение по процессу, который я отшивала понедельник и немножечко утром во вторник. Это Риолис «Сотвори сама», набор панно ежевика, который вышивается шерстью. Девчонки, ну и мальчишки, я балдею от этого процесса, от него просто нереально оторваться. Настолько он меня захватывает, прям его хочется вышивать, но, к сожалению, нужно двигать и другие процессы, поэтому я решила все-таки сменить процесс. Я здесь очень хорошо поработала. Посмотрите, у меня какая ежевичка нарисовалась, еще недозревшая. Еще одна ежевичка. Здесь тоже будет ежевичка. И здесь будет ежевичка. Вышелся у меня листик огромный, целый. И вот этот листик я тоже практически довышивала. Мне осталось буквально чуть-чуть первого листа схемы. Сейчас будет идти не совсем полная зашивка, как наверху. Вот я вам по превью покажу. То есть, да, сейчас вот будут вот такие вот отдельные элементики отшиваться. И я думаю, что работа полетит еще быстрее. Она и так у меня очень быстро вышивается. Я слежу периодически за листвой своих берез, потому что я очень хочу сфотографировать эту работу как-то красиво в осенних листьях. Поэтому слежу, чтобы пока я ее вышиваю, наши березки и деревья не остались совсем лысенькие. Но время еще есть. Конечно, получается намного ярче, чем на превью. Сочнее. Работа великолепная. Покажу вам чуть-чуть ее поближе. Друзья, вам нравится? Напишите в комментарии, нравится вам или нет. Мне безумно. Ну и какой же процесс я буду вышивать? Буду вышивать тоже Риолис. Не менее любимый мой процесс. Это Добродух Луна. Ну, Риолис. У Риолиса все разработки любимые. Также отшивается шерстью. На прошлой вышивальной неделе я тоже очень хорошо на нем продвинулась. И буду, наверное, два вечера сейчас отшивать именно этот процесс. Вот такой вот очаровательный малыш получается. И вышивать его также одно удовольствие, как и панно ежевики. Ну что, мои дорогие, сегодня у меня уже вторник. Покажу вам, что я сегодня приготовила. Вот такую аппетитную шарлотку
с яблоками сегодня сделала. Такая красивая она у меня получилась, румяная. А еще я сегодня приготовила селедку под шубой. Я уже, наверное, дня три хочу селедку под шубой. И вот сегодня все-таки сподвиглась и приготовила. Ну и нажарила котлеток. И картошечку приготовила. Вот такой у меня сегодня вышивальный день. Именно день. Вечером надеюсь повышивать. Хочу вам сегодня показать свои продвижения по процессу от фирмы Риолис Добродухи «Луна». Артикул 1896. Отшивается он шерстью. У меня здесь вот такие грандиозные большие продвижения. Я вышила ушко. У меня повышивался фон. Также у меня начался вот такой вот рожек отшиваться ярким красным цветом. Ну и вот такой вот посох отшивается. А еще я даже сделала бэк. Выделила вот такие вот сережечки на ушки бэком. И вот такие продвижения. Шикарный процесс. Мне очень нравится его вышивать. Так же, как и панно ежевики. Оторваться невозможно. Но мне же еще нужно выполнить норму по своему долгострою. Как обещаю, буду стараться двигать его каждую неделю. Вот я уже приготовила область диаметра пяльцев, которую я буду выполнять. И надеюсь, что за вечер я с этим справлюсь. Так, ну что, мои дорогие друзья, сейчас вам покажу, что мне удалось продвинуть в своем долгострое. Опять я не отшила практически весь диаметр, но около 4 крестиков у меня выполнено на этой работе. Работала я вот сейчас вот в этой области. И вот тут буквально чуть-чуть не дошила. Оставила на следующую неделю. Я и так счастлива, что этот мой долгострой наконец-то начал расти. Правда, не знаю, насколько мне хватит. Но вроде бы как по такому небольшому диаметру, еще плюс то, что я не весь полностью его зашиваю, в принципе, неплохо идет. Сейчас вам покажу. Примерно вот так вот. Вот. Сниму пяльца. Вот. То есть, смотрите, с этой стороны у меня идет ива, дерево. А здесь такое дерево, как бы сакуры. Так, это что касается моего процесса, который у меня долгострой. А, мои любимые процессы тут лежат. И еще на этой вышивальной неделе, девчонки, мальчишки, у меня вышивальный финиш. У меня наконец-то вышились две елочных игрушки от фирмы Овен. Стильные вещи для дома. Но долго мы на этом процессе останавливаться не будем, так как у меня выходит отдельное видео. Обзор на новый процесс и также обзор на готовую работу, где я уже рассказываю нюансы, какие у меня случились с этим процессом. Как и что у меня отшивалось. Ну, быстренько вам покажу, что вот елочные игрушечки готовы. Два моих вышивальных финиша на этой неделе. Ну и на этом, наверное, я буду завершать свою вышивальную неделю. Всем пока-пока, до новых встреч, до новых видео.